При проверке сотрудники полиции обратили внимание на поведение одного из пассажиров. Молодой человек явно нервничал. В руках он крепко сжимал свой рюкзак. Полицейские попросили подозреваемого предъявить документы и выйти из автобуса. На вопрос, находятся ли в его рюкзаке запрещенные предметы, молодой человек ответил отрицательно. Но при личном досмотре 23-летнего подозреваемого полицейские обнаружили в его карманах два свертка с белым порошком, внешне напоминающим наркотик. Еще 11 таких пакетиков были найдены в рюкзаке. По заключению экспертизы стало известно, что данное вещество является наркотическим. Более того, задержанный пояснил, что наркотические средства провозит в город Сочи с целью осуществления так называемых закладок. В настоящее время он задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.